Доброе утро, говорим всем, кто к нам только что присоединился. Пятница, наконец-то, 30 декабря. Утро ТВ в прямом эфире. Работаем сегодня не последний день в этом году. Мы еще завтра будем работать. 31 числа с 2 до 5 у нас будет программа называться «Уютный Новый год». Угу. Ну а сейчас все-таки утро ТВ, и мы продолжаем встречать в нашей студии гостей. Да, мы сейчас вам будем рассказывать, чем же вам заняться 1 января. Итак, 1 января будет концерт группы «Курара». Ну, у нас, естественно, уже традиционно под конец года... Наш любимый года... предновогодний гость. Итак, прекрасная группа «Курара» Олег Ягодин и Юрий Облеухов. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Первый вопрос. Концерт 1 января, он будет гуманный вечером или не гуманный утром? Как пойдет. Ёлка. Непредсказуемый ответ на этот вопрос. Каждый год сюрприз, ведь все равно. Да, но никто не уходил недовольным. Все довольны. Все довольны. Главное прийти на такой концерт. Это какой-то братан. А там уже все будет хорошо. Ну, все-таки и у нас... И никто уходить-то не хочет. Во сколько начало-то концерта? В 8 часов мы уже начнем играть, предполагается. Слава богу, хоть не утра. Да, 8 часов вечера, естественно, да. Но поскольку этот процесс входа в помещение очень долгий, поэтому мы решили заранее открыть двери, потому что все время... Это, с 8 утра. С 8 утра открываем, да, чтобы люди могли спокойно зайти и расположиться. А в 8 вечера начнем. Так что, если не хотите опаздывать на концерт, к 8 будьте там. Ну и те, кто праздновал в Доме печати Новый год, я думаю, что они просто там останутся и к вам на концерт плавно. Думаете, из углов выползают. Здрасте. А вам самим-то 1 числа работать вот так традиционно? Это уже... Вошло это в привычку. Это уже это у нас наш корпоративчик. Да. Мы в Новый год с семьями, а тут собираемся. И такой корпоративчик. Ну вот, кроме того, что Новый год, есть еще один повод было сделать этот концерт. Презентация нового альбома, который называется «Пуля». Расскажите, как создавался альбом? Вот он. Вот он. Что в нем такого интересного, что необычного? Мне интересно все, и все необычно. Ну, это понятно. Как всегда. Тут так в трех словах и не скажешь. Он новый, не знаю, все им довольны, не знаю, все, кто любит музыку современную, не знаю, в общем, он хорошо разошелся, скажем так. Как долго его создавали? То есть год. У нас так обычно уходит год. То есть самый ранний материал, собирали деньги, есть... собирали деньги на планете и собрали, и даже больше, так что... Мне кажется, бесполезно рассказывать о музыке, показывать квадратный диск, надо просто послушать фрагмент какой-то песни. Золотые слова. Диск идет... Всего час. Ага. Не так уж много по современным меркам поставил. Включаем. Пока в пробках едешь, уже все, глядишь, альбомы пролетел. Но у нас вот, уже и завтра выступил. Заготовлен фрагмент. Год. Да, у нас одной есть. Одной из песен. Вышел клип на песню «Капитаны», которая вошла вот как раз в этот квадратненький диск, в альбом «Пуля». Давайте сейчас прям посмотрим. Реки, озера, моря, океаны, кровь или слезы земли. Или все капитаны ломают свои корабли. И остаются с нами до финала. Плачь, детка, плачь. Все, что не убьет тебя, будет ползти за тобой и цепляться к ногам. А ты просто иди по волнам. И начинай все с самого начала. Празднично, новогодне, ярко. Да, мы готовились. Ты про платье? Я про все. И про вот хореография такая неожиданная. От Олега? От Олега нет вообще ничего, мне кажется, уже неожиданного. А мне наоборот кажется, от Олега все неожиданное. Я каждый раз удивляюсь. Я, конечно, знаю, что ну Олег же, ну будет же удивительное что-то. Но все равно смотрю. Мы знаем, что товарищ Ягодин выступил режиссером этого клипа. Откуда вы знаете? У нас написано сценарий. Это правда? Все вопросы Курочкиной. Это правда, да. Ну, а кто, кому еще? У нас клипмейкеры на дороге не валяются. Много лет я убеждал Олега этим заняться, да, потому что кто, как не он, собственно, должен. Вроде бы есть в коллективе, в курсе, да, что такое режиссура, да? Не понаслышке, как говорится. Ладно, клип – другая тема. В общем, там можно делать, что хочешь. Вот, что же, напомним. Лишь бы в песне. Ну. Вот фрагмент маленький клипа посмотрели. Альбом ведь час. Ребята готовы. Будут работать, во-первых, себе в удовольствие. Группа «Курара» 1 января, 8 вечера, уже начинают играть в Доме печати. Двери будут открыты пораньше. Как проснетесь, собирайтесь, устройте себе настоящий Точно. Праздник. А я хочу у вас еще успеть спросить. У нас тема сегодня, что будет на вашем новогоднем столе. У вас есть в семьях какие-то традиции? Пока лидируют холодец и оливье.
Бывало, и я оказался на столе. Нет, на самом деле, какой-то традиции, что именно на столе в Новый год. Ну, как, какие-то есть традиционные вещи, там, я не знаю, оливье, селедка под шубой, шампанское. И корушка. Но у меня в семье другая традиция. Какая? Мы с супругой 2 января собираем лучших друзей на окрошку. На окрошку. Вот, кстати, да. Это уже второй вариант окрошки на Новый год. Это же абсолютно летнее блюдо. Почему окрошка? Удивительно, как она расходится 2 января. С квасочком-то. Так, Олег, а вот планы все-таки на Новый год, вот на новогоднюю ночь. Работаете или... Не, не работаю. Никакой работы? Будет турне, наверное, по родителям, гостям и так далее, может быть. Ну, по городу или область еще захватываете? По району. По району. Пешая. Вот эта прогулка с фейерверком. Да? Слушайте, ну вам хорошо отметить Новый год. Мы желаем все-таки, он уже, слушайте, он уже завтра. Вот это у меня паника началась. Он уже стучится посохом уже к нам по полу. Друзья, у нас сегодня были участники группы Курара, Олег Ягодин и Юрий Облеухов. Всех приглашаем 1 числа, всех тех, кто проснулся, всех тех, кто еще не проснулся. Они обязательно разбудят своей музыкой. Ну что ж, мы прервемся на пару минут рекламы, а потом продолжим. Будем читать ваши сообщения про праздничное меню. Уже совсем скоро будем смотреть и мультфильм про Машу и Медведя.